Публиковала в телеграм-чате ложную и порочащую информацию о генеральном прокуроре. В суд направлено уголовное дело о клевете. Обвиняемая 47-летняя жительница Боровлян. Согласно материалам, фигурантка в одном из паблик-чатов 1 февраля создала и распространила несоответствующую действительности информацию. В ней содержались ложные и порочащие сведения о должностном лице. Уголовное дело по данному факту возбуждено и расследовано Управлением собственной безопасности Генпрокуратуры. И также по инициативе прокуратуры телеграм-канал «Жодина для жизни чат» признан экстремистским. Установлено, что с 8 октября минувшего года владельцы, администраторы и пользователи ресурса неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Решение суда направлено в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов.